Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4. Это эстафетная династия Палмер, 40-я серия. Добро пожаловать! У нас суббота, субботний вечер. У нас продолжается жуткая вечеринка. Правда, Джим и Лия пришли без приглашения, поэтому без нарядов, без костюмов. Они не знали, что у нас жуткая вечеринка. И, как вы видите, Джим постарел. Очень быстро бежит время в Sims 4. Опомниться не успеешь, как уже многие симы, к сожалению, постарели, повзрослели. И, к сожалению, скоро умрут. Лия у нас до сих пор взрослая. Я думаю, что это связано с тем, что она была беременна. И во время беременности у симок возраст не считается. Потому что раньше она была одного возраста с Джимом. Но, скорее всего, теперь на 3 дня его младше. Так, у нас с вами жуткая вечеринка. Сегодня, кстати, 40-я серия, как я вам уже сказала. Это круглая дата такая. Красивая циферка у нас сегодня. И нужно в этой серии, я не знаю, как-то поразвлекаться, что ли. Потанцевать побольше, пора. Радоваться, потому что действительно круглая дата, и хочется это дело как-то отметить. Ну вот пока мы это дело отмечаем жуткой вечеринкой. У нас, кстати, здесь такая ведьмочка замечательная, симпатичная. Давайте мы с ней пообщаемся, спросим про еду у нее. Хотя, что про еду спрашивать, давайте что-нибудь посерьезнее спросим. И мы ж к ней так подкатывать не будем в таком вот зеленой футболочке. Мы давайте оденемся, ну так, чтобы вообще, чтобы она обалдела. Ну не смертью, конечно, ниндзя. Не, я не... О, мы оденемся в пирата. Да, мы оденемся сейчас в пирата. И подойдем к Шейле, и Шейла ее зовут. Да, Шейла ее зовут. Давайте похвастаемся нарядом. А теперь наш Райан пират. Давайте спросит о карьере. Я не знаю, работает она или нет, и немножко с ней потанцует, потому что я хочу, чтобы мальчики общались с девчонками и как-то налаживали с ним отношения с ними. А, так, Итан у нас, наверное, тыкву сделал. Ага, сделал он. Не сделал? Вырезать, удалить рисунок. Какой нафиг рисунок? Я хочу, чтобы он тыквы делал. У нас по заданию, по жуткой вечеринке, нужно, чтобы мы тыквы вырезали, но Итан что-то не хочет их вырезать. Ладно, не хочет и не надо. Не буду я тогда выполнять задание этой вечеринки, потому что в прошлой серии или в позапрошлой мы это уже делали. Давайте мы Итана, правда, отправим рисовать, потому что вот рисование — это то, за то, что он получает деньги, и хорошие деньги, так что лучше пусть он это время посвящает рисованию, чем вырезанию тыков и вот подобной ерунде. Так, давайте мы с Шейлой пообщаемся, поднимем ей настроение. То есть, господи, я на Итана нажимаю. Нет, давайте я нажму на Райана. Узнать ее лучше. Хотя вроде бы мы узнаем уже все черты характера девчонок. Давайте поднимем ей настроение. Поблагодарим за посещение. Куда бы нам улизнуть? Может быть, опять в комнату к мальчишкам, чтобы нас никто не видел? Ну, в принципе, да, здесь Нирис у нас уже спит. Особо-то не улизнешь, не убежишь. Но давайте, наверное, да, давайте сюда их отправим. Вот, сесть вместе. А Нильса мы разбудим, потому что ну нефиг спать, у нас вечеринка, жуткая вечеринка, а он здесь дрыхнет. Пусть идет готовит. Ребят, я очень хочу, чтобы наш Нильс повышал свою кулинарию. У него пока только первый уровень. Давайте пусть он сделает на всех макароны с сыром. Вот, а я хочу, чтобы он был как его мама. Он похож на Эшли внешне, и у него черта характера гурман, так же, как у Эшли. Поэтому я хочу, чтобы он готовил, и пусть принимает эстафету у своей мамочки и будет во втором поколении, в общем, готовить он. Ну, посмотрим, как Игорю понравится эта идея или нет, но пока я ему буду качать навык кулинарии, и, скорее всего, когда он станет молодым, я его устрою в карьеру кулинара, потому что она ему очень подойдет. Ну, вот что ему другое может подойти, я не знаю. В принципе, он гений, но у него, понимаете, и мечта жизни — шеф-повар, и он гурман. Ну, почему бы гении не могут быть гурманами и поварами? Я думаю, что гениальный повар — это тоже очень хорошо, потому что он сможет приготовить какие-то гениальные, ну да, пообщался с девочкой, какие-нибудь гениальные блюда, я хотела сказать, а наша ведьмочка уже от нас убегает. Ну не убегай, Шейла, давайте мы поблагодарим еще раз ее за посещение. Райан, почему ты убежал? Давайте мы дадим ей конфетку. Так, Итан, шедевр, офигеть, шедевр мы нарисовали, 1300, мне такие шедевры нравятся. Итан, давай еще чего-нибудь нарисуй нам покрасивей, давай уверенную в себе картину, чтобы денежек у нас было побольше, потому что домик я все-таки хочу как-нибудь нам обустроить. Так, и опять давайте мы... не могу я его одеть в пирата? Я его вновь хотела одеть в одежду пирата, но уже, к сожалению, этого действия нет. Ладно, давайте мы тогда расскажем ей занимательную историю и пойдем вновь с ней присядем здесь, как я и хотела, на кроватку нашего Райана, и пусть он пообщается с этой замечательной, такой темноволосой, красивой девушкой. Очень замечательная она такая. Ей очень, кстати, подходит этот костюм. Она сама темная.
темненькая и выбрала костюм ночной, наверное, или я не знаю какой, но какой-то темной ведьмочки. Вот он ей очень идет. А вот Хлоя не совсем идет костюм космонавта, но ей пофиг. Она только и думает, как бы вновь сломать нам домик. Она что, опять его сломала? Подождите, ребята, опять сломали домик? Ну вообще офигеть. Ну в прошлой же серии ломали. Или это еще с прошлой серии сломанный домик, бог его знает, но домики у нас ломаются, я не знаю, со скоростью, с какой-то с космической скоростью, со скоростью света, только не успеешь отвернуться, как домик вновь сломали, при том, что дома у нас не проживает никаких злодеев, у нас нет в династии Палмер где-то ненавистников, но у нас есть Хлоя, которая приходит и все разламывает. Так, давайте мы расскажем скандальную историю и какие-нибудь дружелюбные действия поделаем. Например, жаловаться... Нет, жаловаться на родителей я не хочу. Просто узнаем, как прошел день. И просто пусть наш Райан пообщается с Шейлой. Вот, пусть они станут друзьями. В принципе, у них хорошие уже отношения. Она веселая. Я все забываю, ребят. Она и веселая, и она разнорабочая. Ничего себе, у нее, оказывается, карьера есть. Зачем ты пошла работать разнорабочей? Не надо было. Не очень хорошая работа. Так, и что ты уходишь? Давайте попробуем. Просим ее провести время вместе, но, по-моему, она от нас убегает. Не хочет она с Райаном общаться. Райан, догоняй, такая девушка красивая. Да, она уже переоделась в обычную одежду и говорит, все, теперь я уже не ведьмочка, теперь я уже обычная девушка и, наверное, проведет с нашим Райаном время. Да, только Райан в туалет хочет, да и спать ему пора уже 9 часов вечера. Давайте мы обсудим с ней интересы и отправим быстренько нашего Райана в туалет, чтобы не случился конфуз, тем более при девушке. Это будет очень-очень некрасиво. Красиво. Так, наша Джой маленькая, уже 9 вечера, в принципе, детское время, но наша Джой не сделала домашку, да, я хотела дать еще в начале серии ей это задание, но забыла, она у нас сегодня такой маленький пиратик, мы на нее особо внимания не обращали, она тут бегала себе пиратиком, игралась, давайте пусть она поделает домашку, и вообще нашим мальчишкам тоже нужно будет сделать домашнее, потому что они до сих пор хорошисты и до сих пор как бы не повысились в школе. Так, давайте мы починим, разбудим нашего Итана, пусть он починит все-таки нам посудомойку, потому что посудомойка нам очень нужна. А, с работы пришла с больной головой Эшли, не ладится у нее, видите, дела на работе, я пытаюсь заработать ей повышение, поэтому заставляю ее на работе напрягаться, а ей, конечно же, это не нравится. Так, Райан у нас сходил в туалет, а Шейла, по-моему, убежала, да? Ну, ладно, ребят, это, в принципе, правильно, потому что 10 часов вечера, не надо ребенку мучить, давайте мы отправим спать Райана, давайте отправим спать Нильса, он уже отправился, и отправим спать мы тоже Джой, пусть она уже с утра доделывает домашнее задание, потому что по ночам заниматься этим это как-то не совсем правильно. Вот, нам нужно еще загрузить посудомойку, разобрать на детали, но это сделают уже наши родители, пусть родители лягут спать немножко попозже, вот, детишки пусть идут вперед спать, а родители сейчас управятся со своими делами, Эшли повысит свой досуг, и, ребят, по-моему, Итан поправился. Да, поправился. Ну вот что ж такое, вроде бы гоняла я его, гоняла на этой дорожке беговой, но он все равно набирает вес. А, может быть, ему морожка диетическая сделать, но я не хочу, чтобы он был совсем стройненький, но, конечно же, семейная жизнь ему идет на пользу, очень даже на пользу, он у нас очень-очень поправился. Так, давайте мы поставим на место эту еду, только пока, наверное, нужно проще Эшли попросить это сделать. Хотя, нет, давайте Эшли мы дадим, что мы ей посмотрим. А, давайте мы посмотрим какое-нибудь обучающее видео по кулинарии, потому что Эшли все-таки у нас кулинар в первую очередь, и вот смотреть, как спасают маленьких семят от пожара, это, конечно, интересно, но я думаю, Эшли будет интереснее посмотреть какую-нибудь кулинарную передачу, выучить новый рецепт, и у нее уже, кстати, по-моему, максимальный, да, у нее максимальный навык кулинарии, но я хочу теперь ей прокачивать изысканную кулинарию, чтобы она радовала своих домашних какими-нибудь изысканными блюдами. И вообще было бы хорошо, чтобы она свои все навыки передала своему старшему сыну, чтобы Нильс тоже стал хорошим кулинаром, научился готовить замечательные вкусные блюда и, собственно, после Эшли тоже хорошо готовил. Так, все, Эшли, тебе можно, в принципе, идти спать. Давай-ка ты выбросишь у нас мусор, вытрешь пол, потому что утром проснутся все, а дома очень-очень грязно. Вот это поставишь на место, и тогда уже пойдешь спать со спокойной душой.
А я пока поставлю на быструю промотку, потому что все, кроме Эшли, спят. И давай, Эшли, бросай телевизор, все у тебя уже хорошо, досуг ты повысила. А, кстати, наша Эшли до работы 14 часов. Господи, как она часто работает. С одной стороны, когда Симы не работают, это тоже плохо, потому что хочется, чтобы они ходили куда-то, занимались чем-то. Но когда они работают чуть ли не круглосуточно, каждый день, без выходных, без какого-то отдыха, очень мало выходных у Эшли, у нее, в принципе, есть вторник, среда, четверг, но я их не замечаю, потому что мне кажется, что она ходит на работу у нас каждый день. Так, проснулся у нас Нильс. У нас 6 утра, ну да, в принципе, 6 утра, но в воскресенье просыпаться в 6 утра, это как-то неправильно. Но он у нас хочет, наверное, стать отличником, и поэтому сейчас мы его заставим сделать домашнее задание. Только нам бы поубирать еще. Ребят, давайте мы закажем эту самую прислугу, как она называется. Ну, в общем, закажем мы услуги. Я знаю, что эти прислуги иногда не ходят, но иногда они все-таки приходят. 40 симулеонов в день, это не так уж и много, и мы рискнем, давайте закажем услугу, может быть, будет приходить все-таки этот официант или прислуга по расписанию или один раз. Давайте выберем по расписанию и будем надеяться, что нам повезет, и хоть раз в неделю будет кто-то приходить, хотя должен приходить каждый день. Вот, и будет что-то убирать, потому что мне уже надоело чистить эти ванны, надоело мне чистить все остальное. В 10 утра кто-то должен прийти, ну, в общем, будем ждать, будем надеяться. А Нильс у нас проснулся раньше всех, и так как он скоро, ну, не скоро, уже начинает качать навык кулинарии, как его мама, я ему дала задание, чтобы он приготовил на всю семью. Сегодня Нильс у нас готовит завтрак. Вот, мальчишки уже, в принципе, можно и Райана будить, можно и Джой будить. Джой, кстати, уже проснулась, давайте мы попросим ее выбросить, вот, и Райан пусть тоже просыпается. В общем, детишки у нас сегодня проснутся самые первые, и нашим родителям устроят завтрак, да, почему бы и нет. Давайте они пусть все поубирают. А, смотрите, нет, дети не могут, к сожалению, дети не могут чистить, ай-яй-яй, зачем порезался, не надо, осторожно, дети, к сожалению, не могут чистить душевые кабинки, это может сделать Райан, но Райан у нас привереда, давайте мы отправим привередку нашего почистить душ, но у него от этого будет очень плохой мудлет, а может быть и не будет, конечно, но есть большая вероятность, что ему это не понравится, что мы попросим его почистить, и будет он от этого страдать. Вот сейчас заодно и проверим. Вообще, привереда такая черта характера специфическая. С одной стороны, интересная, но с другой стороны, если нет денег и нужно вообще дома грязно и поубирать больше некому, то, конечно же, это плохо, потому что часто плохие мудлеты. Вот сейчас посмотрим, да, видите, уже плохой мудлет у него. Фу, какая гадость. Избавление от испорченной еды. Смотрите, у него даже плохой мудлет от того, что я заставила его выбросить мусор. Ну что же это такое? Даже мусор фиг выбросишь. Что, вот как ты, что жена тебе скажет? Да что ж, что тут говорить, если у нас Итан такой же, в папочку весь пошел. Кстати, папа уже проснулся. Проснулся и говорит: молодец, сынок, вкусно приготовил. Давайте поднимем ему настроение. Да, Итан же у нас тоже привереда, и, конечно же, Эшли с ним повезло. Но зато он у нас чинит. Да, вот починить что-нибудь, он у нас мастак, но поубирать нет. Поубирать это, конечно же, не дело Итана. Он у нас убирать ни в коем случае не согласится. Так, Итан у нас сейчас будет худеть, вот он покушает немножко и начнет свою пробежку на беговой дорожке, потому что, правда, он как-то сильно поправился, и нужно бы ему сбросить вес. А мальчики сейчас подкрепляться и вместе с Джой будут делать домашку, потому что я хочу, чтобы наши ребятишки как-то в школе хорошо учились, поэтому всем я дам задание делать домашнее задание, тем более потребности замечательные, что у Нильса, что у Райана. Ну, Райан сейчас подкрепится и, в принципе, будет готов выполнять домашние задания. Так что пусть в это воскресное утро они займутся домашкой. Мне очень хочется, чтобы как-то наши семята хорошо учились. Они у нас теперь, правда, подростки еще и работают, но как-то справимся. Я думаю, как-то справимся. Я очень хочу побыстрее накопить денежку, потому что ну, домик у нас как бы большой, но не обставленный. Очень много пустых стен, и кухня у нас большая, но вот стены действительно пустые. Хочется и картинки какие-то повесить, и шкафчики подвесные, и, может быть, растение какое-то поставить, но денег на это все всегда не хватает, поэтому
Поэтому будем, в общем, мы копить, наверное, 7-8 тысяч симолеонов, и потом все эти деньги просто потратим на обустройство дома. То есть не именно на замену каких-то дешевых вещей на дорогие, а повесим всякие фентиклюшки для красоты, всякую декорацию, чтобы просто было красиво смотреть вокруг, чтобы у нас были всякие такие мелочи, которые бы радовали глаз. Так, что ты жалуешься на жизнь? Да, тебя заставили поубирать, и теперь у нас весь без настроения. Нирис говорит, да я ж проснулся с утра, даже приготовил всем, а ты тут недовольный. Да, пусть наши дети, в общем, сидят втроем, делают домашнее задание, а мы разбудим родителей. Вот, допустим, Эшли до сих пор не проснулась. 9 часов утра, она до сих пор спит. Давай просыпайся, тебе сегодня, кстати, на работу. Наша Эшли сегодня работает, а... Ты будешь нет, он будет бегать, точно, я забыла, он же у нас бегать будет, потому что немножко поправился, и пусть сбрасывает вес. Деньги нам, конечно, нужны, но сбросить вес – это тоже дело чести, как говорится. А это, кстати, Джессика Маршмеллоу, это сестра Адель. Она у нас молодой персонаж, и, к сожалению, мальчикам она не подойдет по своему возрасту, потому что, ну, когда мальчики наши станут молодыми, она уже, скорее всего, будет взрослая, поэтому мы будем общаться с ее младшей сестрой Адель, но она, в принципе, на нее очень-очень похоже. Так, все, Итан у нас побежал, это хорошо, давай худей, давай занимайся бегом. У него, кстати, навык фитнеса, я ему вроде прокачивала какой-то или не прокачивала. А, да, уже второй, скоро будет третий, так что давай старайся. А мама общается со своими детьми, и вообще она ими гордится, потому что все дети у нее хорошо учатся. На данный момент все наши детишки хорошисты, но я хочу это дело исправить, и очень хочется мне сделать из всех них сделать отличник. Так что будем надеяться, что они очень в скором времени станут учиться хорошо. А сегодня я хочу нашу Эшли подготовить к работе основательно, чтобы она пошла в хорошем настроении. А нам нужно приготовить еду и, в общем, закончить смешивание напитков и отправиться во вдохновленном настроении. Поэтому сейчас мы приготовим, наверное, по одной порции 4 блюда. Давайте вот приготовим жареный сыр на одну персону, еще какие-то блюда, чтобы выполнить это задание. И чтобы она как-то у нас быстрее шла к своей мечте, потому что вот без выбора специализации бармена в карьере кулинара мы не сдвинемся с нашей мечтой, так что нам обязательно нужно повышение. В общем, будем стараться. Заболела наша Джой, тигриной болезнью болеет. Господи, чего же они так часто болеют? У нас у кого-то были лекарства. Да, я купила 4 бутылочки лекарств Райану, поэтому мы одной бутылочкой поделимся с Джой. Пусть выпивает, пусть применяет лекарства и пусть не болеет. Так, у Итана уже третий навык, это хорошо, давай, старайся, молодец, уже пованиваешь, по-моему, или не пованиваешь. Да, уже начинает от него идти зеленый запашок. Ну давай, а то жена на тебя будет смотреть, на такого толстенького, и будет смеяться. Так что, пожалуйста... Пожалуйста, худей. А Эшли, у нее уже 10-й навык кулинарии. Кстати, ребят, надо было дать ей задание готовить все-таки изысканное блюдо. Сейчас я ей дам задание готовить изысканное блюдо, потому что обычную кулинарию она уже прокачала до максимума. А вот изысканное пока только 3-й уровень. Давайте пусть приготовить лосося с пряными травами, ну, например, на 4 персоны. Потому что мы только на 25% выполнили смешивание напитков. В общем, пусть приготовит всем изысканное блюдо, и наше семейство покушает. Так, Джой, а ты что, голодная? Ой, да, она голодная, ладно. Так, Джой у нас сделала обычное домашнее и дополнительное уже сделала. Ну, молодец, Джой. Я что-то не заметила, что она дополнительную домашку сделала. А теперь будет делать у нас дополнительное задание Нирс, потому что хочу, чтобы все были хорошистами. Вот, обычную домашку пока еще делает Райан. Ну, в общем, пусть все стараются, будут отличниками и будут гордостью семьи. Как-то впервые у меня в летсплее наконец-то появились отличники, наконец-то появились непрогульщики и появились дети, которые действительно как-то учатся хорошо. До этого у меня одни двоечники были, потому что лень мне как-то было их в школу отправлять. Часто мы не ходили в эту школу, домашку вообще не делали, а в этом летсплее я решила исправиться. Вот, тем более, что кто-то из детей станет наследником, и как бы не я буду играть, и потом, ну, стыдно будет, что наследник был двоечником. А так, хопа, все будут трое у нас отличниками, и в любом случае наследник будет отличником, и как бы все будет у нас хорошо. Ну, в общем, стыдно мне за них не будет. Ну, и Эшли тоже. Так, Эшли у нас готовит изысканное блюдо. До работы ей, господи, 3 часа. Как бы все успеть? 25% у нас пока еды. Ну, давайте я ей дам еще одно задание на одну персону. Пусть сделает... Господи, лапшу давайте на одну персону, потому что хочу я побыстрее
все-таки закончить с выполнением задания ежедневного, на 100% выполнить все-таки приготовление, иначе нам в повышении будет очень сложно продвинуться. Так, наш Итан тут дурачится, ну, в общем, как маленький ребенок играет в ванной. Все, давай, вылезай из своей ванной, и в ванной иди в туалет. Может быть, там что-нибудь улучшить? А давайте мы улучшим, давайте мы добавим биде, и давайте мы добавим систему самоочищения. Конечно же, я хочу очень картины рисовать. Да нифига он не похудел. Ну, вот ты бегал до позеленения. На самом деле, пока не пошел от тебя зеленый дымок, ты бегал, бегал и бегал, но все равно не похудел. Давай, улучшая унитаз, а потом опять пойдешь бегать, потому что нужно тебе худеть. Нам нужны, конечно же, картинки дорогие, чтобы рисовал наш Итан, но толстым тоже папа не надо, чтобы был. Че, ты чешешь? Чесотка, что ли? Я не пойму. Райан, по-моему, заболевать начинает, не надо болеть. Делай дополнительную домашку, чтобы все были молодцами, чтобы мама вами гордилась. Блин, ну опять 500 симолеонов, чтобы заменить эту плиту. Нифига, не буду я ее заменять за 500. Сейчас сюда придет чинить Итан. Итан у нас мастер по починке и мастер по рисованию. Вот, молодец, что он чинит и ведь уже умеет улучшать. Смотрите, она не работает, но мы все равно на ней, я так понимаю, жарим что-то. Нифига себе, искрится плита, тут ток какой-то. А Эшли пофиг, она у нас хороший мастер кулинарии. И она, наверное, вообще на чем угодно может приготовить, и даже на такой вот опасной плите. Так, Джой, что с тобой такое? А, у нее уже возбуждение от чего-то, от чего непонятно, подтягивается. А, кстати, она у нас немножечко полненькая, да, есть такое дело, но, блин, я не хочу покупать, уже Джой скоро подрастет, я не хочу покупать лесенку, а здесь ее, к сожалению, нет, да, то есть, если она здесь у нас будет лазить, то ничего хорошего с этого не выйдет. Ладно, давайте мы тогда уже как-то... И бассейн, собственно. В бассейне тоже дети могут похудеть, но бассейн я покупать не хочу, потому что это будет очень дорого. Вот, до взросления ей осталось совсем немножечко, 2 дня, поэтому я думаю, мы 2 дня как-то перебьемся. А если вот вдруг, не дай бог, наша Джойс станет, когда она станет подростком, будет полновато, то мы сразу же отправим ее на беговую дорожку, и проблема с этим будет решена. Так, только у нас не решена проблема с грязной кухней. Эшли, как у тебя дела? На 75% она выполнила приготовление пищи. Давай, Эшли, старайся. А почему мы не можем делать? Нет доступной плиты. А, чинит плиту Итан, поэтому мы некоторые блюда делать не можем. Ну, давайте мы вот сделаем блюдо, которое не требует плиты, на одну персону. О, кстати, вот эта вот кастрюлька, она как бы дальше не готовится. Потому что она была... А почему? То есть мы начали, плита искрилась, Эшли начала выполнять готовку, потом пришел Итан, начал чинить, и все стало недоступно. Ну, в общем, как-то так. Так, сейчас наша Эшли доготовит, и мы теперь будем в темпе. Ой, уже 22 минуты осталось ей до работы. Каким-то образом нам срочно нужно получить вдохновение. Вдохновение мы можем получить, приняв настраивающий на размышление душ. Так что ей сейчас нужно быстренько приготовить вот это блюдо и принять душ, и тогда можно уже отправляться на работу. Надеюсь, что мы получим вдохновение. Давай, убрать и помыть? Мы что, не можем доготовить? А, может доготовить только Эшли, но Эшли не успеет, потому что убежит на работу, и, скорее всего, это блюдо испортится. Но я не хочу, чтобы Эшли опаздывала, потому что из-за опоздания она может понизить свою продуктивность. Ладно, давайте мы вот это все наготовленное поставим на место, чтобы еда не пропадала, вот, и дальше отправим все-таки Итана опять бегать, пусть худеет, потому что то, что он побегал совсем немножко, как-то на живот его не повлияло, и он опять у нас, ну, не опять, а продолжает быть толстячком, хоть на похудейку тебя отправляй, что ж такое, давай худей. Вот, ну, а мальчиков, наверное, мы попросим позаниматься домашними делами и поставить все на место, чтобы все было чистенько, все было хорошо. У нас вообще воскресенье. В воскресенье нормальные люди отдыхают, наслаждаются жизнью, а у нас какие-то симы ненормальные. Все воскресенье они делали домашнее задание. Все воскресенье наша Эшли с утра готовила, теперь идет еще вообще на работу. Какая-то неправильная у нас жизнь. Ну, потому что нам нужно сейчас хорошо учиться, нам нужно стараться получать повышение, нам нужны деньги, потому что я очень скоро хочу наш домик немножечко расширить. Я не хочу, ребят, делать второй этаж, потому что вот я сейчас отдалю. Мне кажется, что сейчас, в принципе, нормально нам хватает первого этажа. Нам супер пока-пупер большой дом не нужен. Вот, я просто немножко, может быть, расширю гостиную вглубь. Да, ее сделаю туда, подальше вглубь, ну и все. Нам этого достаточно. Вот, и просто хочется
хочется домик немножечко украсить, чтобы было красивее, чтобы висели какие-то картинки, чтобы висели какие-то или стояли какие-то цветочки. Ну, в общем, как-то облагораживать будем наше помещение, чтобы было покрасивее. Все, отлично, наша Эшли ушла в настроении нужном нам. Она получила вдохновение, завершила свое ежедневное задание. И сейчас я ей, чтобы ей жизнь медом не казалась, вообще дам задание упорно работать. И будем очень надеяться, что она будет быстро повышать свою продуктивность и вскоре получит повышение. Они что, обнимаются? Ну, хорошо. Все, ребят, тогда буду я заканчивать серию. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока!